в Алматушке. Мы приехали. Мы приехали где-то 6:30 утра, наверное. Сразу отправились в центр города. В той стороне находится Жебекжалы. Это местный алматинский Арбат, да? Так его называют? Да. Вот, а мы сейчас стоим напротив Каганата. Это сеть столовых, которые очень популярны в Казахстане. Они есть и в Караганде, в Алмате, в Астане. Здесь можно очень вкусно покушать. Цены я не скажу, что прям совсем низкие, но зато здесь вкусно. Не стесняйся. Давай, я подержу. По чуть-чуть, по половину. Вкусно? Это хей из судака. Хей из судака? Да. Вкусно? Ну, судак. Грибов не дано? Нет, нет, спаржу. Много, наверное, положили. Хотя, да, это плохо. Нет, я не фанат спаржи. Не, вкусно я просто закуску с чем-то. Это роллы. Это что такое, гребешок? Это гребешки очень вкусные. О, а роллы с чем? Роллы из копченой красной семги. А сколько стоит такая вот палочка? Палочка 400 тенге. 400 тенге? Да. Пустые, пустые, а это что такое, гребешки? Это что? Гребешки очень полезные, гальцы полезные. Давайте посмотрим. Ой, я боюсь их пробовать. Вы пробовали? Конечно, мы это делаем. Это куриные прям? Класс. Ага. Прикольно? Они отварные и заварные. Ну, как-то... Необычно? Корейская все, приправка, да. Это папоротник корейский, полезный. Корейский папоротник? Ага. Ух ты. У нас нету, да, всего такого? Это но... маринованный грибочек. Масляк мелкий. Это тоже. Как? Как? Сопливчики. Папоротник как помидор. Ой, огурец. Не, мне кажется, это прям такой необычный. Соленый. С Караганды. У нас нет такого обилия. Ну я вообще с России, в смысле. Он с Караганды. У нас вот морковча, например, есть. Фунчоза, да. Да, да. И все. А вот остальное. Вот гребешков точно. Да. Я не видел. Да и грибов тоже я не видел. А в салатах где-то есть какие-то грибы, например? Вот там еще грибы ассорти. Тут 5 разновидностей грибочков с овощами. Очень вкусно, полезно. Это золотой абрикос называется. Он без химии, без краски, без обработки. Золотой? Золотой абрикос. Golden абрикос. Это Таджикистан. А все это таджикское, да? Да, там никакой добавки абсолютно, никакой. Чисто натуральность, да. А есть не, ну то есть не сока фрукта, а просто сок. Свежий, такого не бывает? Свежий еще время есть, еще, да, свежее время есть еще. Но это вяленый, он намного лучше. Чему? Абрикос. Почему вяленый лучше? Ну, свежий сейчас там... Или парник будет еще, да, свежий, натуральный еще много времени. Орешки. Это натурально сушеный, да, он на дереве высыхает. Вот эти заранее собирают, обрабатывают вот это все, красота делают. Ага. А он сам по себе спеет на дерево. То, что не обработано. Да, да, поздно осенью он на дереве висит, высыхает. Когда уже начинает падать, тогда их собирают. А что такое? Это набат, это сахар, который... виноградным соком варят.
это от воспаления простуда полезно. На чай кладут, на чай. Сахар с виноградным соком, да? Да, да. Это а как его есть? Это не есть, его на чай надо класть. В чай? Да, в чай. А. В чай кладут, он это будет. Ну как в масле растает, сахар делают? Только... Растается. А, и сладкий уже. Сладкий. Ну вместо сахара вместо просто. Вместо сахара, но полезный чай будет. Ну как сахар? Эффектный чай будет. А это что такое? Это инжир? Джида, это джида. Джида? Джида, джида. Огромная джида, это специально от давления. Чилан называют. Его еще унаби называют. Унаби. В Китае? В Китае привозили. Это родина его, основной Китай. Это Китай. Годжи, не? Унаби, унаби. Не, годжи маленький. Годжи, годжи. Вот они, вот годжи. Вот это годжи.